Набережная – это там, где люди отдыхают. Там есть камни. И там люди сидят на песке. Там красиво, ярко, там люди загорают. Набережная – это где озеро, деревья, зеленая травка, птички летают. Там отмечают свадьбу. Там тихо, спокойно. Там ловят красиво и тихо, ловят рыбу. Набережная – это улица. Там растут деревья, строится мост и есть река. Там и Енисей, и большие такие волны. И когда зима, там катаются на иголках ребятишки. А когда лето, они там гуляют.